подсох наш глушитель немножко. Вот, и предлагаю его еще немножко сейчас добавить копоти вот такой вот мигерской. Так. Наверное, какой-нибудь большой кисточкой сейчас. Так, и буквально чуть-чуть попробуем сейчас на корпус. Как имитацию выхлопа. Так, надо нам зафиксировать тот пигмент. Берем опять же фиксер. Так. Буквально слегка касаясь. Проходим. Ждем, пока высохнет. И в принципе все. Я приклеил еще держатель для пулемета. А еще смотрел, решил вот эти вот пупырышки. Скорее всего, это резинки. Я решил их покрасить тоже в цвет такой. Но не черный, а взял акановскую старую резину.
и покрасил такой вот цвет старой резины. То есть это, видимо, ну, как раз упора, на которую опускается пусковая установка в походном положении. Так, ну что у нас тут получается? Ждем, пока высохнет. Пока, в принципе, можно одеть колеса. Наверное. Так, ладно, сейчас я подготовлю колеса и одену, наверное. Итак, друзья, закончилось первое на моем канале стройка. Представляю вам уже готовую модель. Соединил я все наши детали вместе: колеса, башню, пулемет. Вот, вот что у нас получилось. Вот такой вот бронетранспортер. В конце видео я размещу еще фотографии подробные, постараюсь заснять все это дело. Вот. Не знаю, как вам. Я, в принципе, доволен тем, что у меня получилось. Мне результат нравится. Да, конечно, есть косяки и немало, но все мы учимся, набираем опыта. Надеюсь, дальше будет лучше в дальнейшем. А единственное, что осталось незаконченным, это антенны. Антенны, ну не знаю, сделаю, наверное, хотелось бы, конечно, металлические поставить, но металлических у меня сейчас нет в наличии. Вот, посмотрим, может быть, сделаю из стянутого литника и поставлю пока временные. И потом появятся металлические, можно будет и металлические поставить. Вот такой вот аппарат. Немножко чумазенький. Не знаю, мне показалось, что получилось вполне в меру. В принципе, для меня все время, скажем так, результат неожиданный получается. То есть и могу сказать, что на примерах других моделей, когда собирал, тоже, ну вот думал, сейчас сделаю вот так, вот так, вот так, а получается все совсем не так. То есть в каждой модели получается такой некий экспромт, по большому счету, в плане именно покраски, нанесения эффектов различных. Ну не знаю, мне в принципе результат нравится, как остальным не знаю. Конечно, наверное, можно было сделать что-то по-другому, попачкать по-другому и более грамотно, может быть, нанести различные эффекты, там пыль и подтеки и масляные точки, в принципе, можно было сделать. Но вот, скажем так, мое вдохновение отработало вот так вот.
если можно так выразиться. И в принципе меня устраивает. В общем-то, я никого не призываю, никого не учу, не призываю делать так же, как я. Я просто показываю, как делал я. Это ни в коем случае мое видение не является руководством к действию. Возможно, и скорее всего, я что-то делаю неправильно. Вот. Ну, просто я вот решил поделиться, так сказать, своим видением данного процесса. Надеюсь, кому-то это понравится. Вот. На этом первая стройка на нашем канале закрывается. Но не расстраивайтесь. В ближайшее время ждет новый обзор и новая стройка. Вот далее будут фотографии. Вот. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Точнее, до новых встреч. Всем спасибо за внимание. Всем пока. We'll be right back.